Ну, я считаю, что это замечательная традиция хоккейного клуба «Трактор», что ничто не забыто. История, кто помнит историю, тот живой. Поэтому история «Трактора» – это, конечно, очень приятно было сегодня быть здесь. Очень приятно было видеть, как поднимались тяг Леши Герасимова и всех остальных ветеранов. Поэтому огромное спасибо хоккейному клубу «Трактора», что они помнят о нас и ветеранах. Но самый запоминающий сезон – это был, конечно, первый сезон, когда меня только пригласили. Я еще был совсем молодым человеком. И он оказался настолько успешным, что хоккейная команда «Трактор» стала бронзовыми призерами. Это, конечно, самое яркое впечатление моей жизни.